Добрый вечер, друзья. Мы пришли к молодому прайду с вами. Сейчас вечер. Ну, посмотрим. Как-то так они, смотрите, интересно выстроились. Впереди львы. Ага. А вон идет взрослый лев. Марсель, по-моему, ну посмотрите, как раз, два, три. Кто у нас тут еще? Так, а кто-то вон там, вижу, лежит. Отсюда непонятно кто, но грива темненькая. Ага. Вы все вместе собрались, да? И вот еще вот три молодых. Кто-то там еще пришел. Девочка сюда поближе. Там самцы, ага, еще девочка. И стали приходить. Вон там идет. Взрослый лев. Ой, любовь какая. Меня очень радует, что вы все вместе. Девочка как ухаживает. Ой. И пошла дальше. Ну, кто там нам пришел? Один под деревом вижу. Один тут, один тут. Ну, вы красавцы. Все хорошенькие такие. Метит свою территорию. Молодец. Ага, это ты решил сразу и... То есть вот по поведению вообще не видно, что они кого-то боятся. Но... Оба решили сесть пометить, да? Сейчас. Нет, вообще, смотрите, поведение, кто там еще лежит, тоже облизывается. Никого они не боятся, это уже их территория. Они рассредоточились по ней полностью. И девочки, и мальчики. Все собрались. Да? Да, ты мой красавец. Ну, мой хороший. Ой-ой-ой, носопырка. Да, это я. Хорошо вам тут? Даете отпор всем. Заняли свою территорию. Скажи, мы себе здесь сделаем львиный пляж для молодых львов. Очень я за вас рада, что вы уже подтянулись. Те, кто были рядом с львиным пляжем, и те, кто были здесь, теперь вместе. Да. Осталось только белому сюда прийти. И все. Так, друзья, смешно. Вот, честно, я по-другому не могу сказать. Смешно читать.
снежок. Это вот кто придумал льву, у которого благородная кровь, у которого предки Ричарды, да, Рокки и остальные с такими красивыми звучными именами снежок. Пушок еще напишите, понимаете, назовите. Эти товарищи, которые нам совсем не товарищи, у них фантазии даже вот на кличку достойную не хватает. Снежок. Угу. Ой, ну то так и попалось мне, что там вот это вот написали. Да, скажи, он аристократ. Да, скажи, он Ален Делон. Львиный. Красавец, как и все львы. Снежок. Пушок. Мои красивые коты. Все у вас хорошо. И вот смотрите, взрослые не идут. Подошел, посмотрел. Отсюда не вижу, кто. Вот, посмотрел и пошел. Понимает, что они все вместе. И в обиду себя не дадут. Но я уже говорила, что на удивление прямо вот настолько спокойно. Вот. Я считаю, абсолютно правильно, что их выпустили, Олег Алексеевич, в конце сезона. Уже все выяснили, уже все взрослые львы, уже все как бы успокоились, по большому счету. Никто и так уже не выяснял никаких отношений. Осень, характеры меняются. Вожак пытается все время уединиться, медитировать, как и всегда, осенью. И поэтому выпуск прошел просто замечательно. Они почувствовали саванну, туда переведут в тот вольер молодых львов или тигров, большая территория. А эти львы уже выйдут в следующем году. Зная, куда они идут, в саванну выйдут, их так и на зиму поселят своим прайдом. Так что, вопреки желаниям некоторых наших нетоварищей, которые только и ждут, что здесь какие-то будут неприятности с ними, у львов все хорошо. Еще кто-то идет. Ну. Ай, красавец. Все, собираются все вместе с любовью с тайганом. А то уже темнеет. Опять-таки хотела, друзья, сказать. Сейчас некоторые из вас люди пишут. Он какие красавцы. Пишут, что качество съемки стало хуже. Почему-то, да, действительно хуже, потому что удается сейчас снимать только глубоким вечером. Ну, фактически уже, вы видите, и солнце село, и все остальное. Поэтому, конечно, качество хромает, но зато вечером все сюжеты не просто как львы где-то лежат, а Олег Алексеевич тоже к вечеру освобождается, и поэтому можно что-то снять. Надеюсь, что дальше будет работы у нас чуть меньше, и съемки будут больше все-таки проходить днем. С любовью, с тайганом.